Тихо. Виктор Айзенхарт и в целом лаборатория всегда выделялась на фоне остальных, делая все не как другие. И давайте в этот раз поступим точно так же. В этот раз на битве на Неве полно громких матчей. Первый матч за женское чемпионство НСДАБ. Приезд иностранца. Матч за главное чемпионство всей России. Ну, давайте сделаем первый тихий анонс. Виктор Айзенхарт вернется на один матч. Виктор Айзенхарт вернется за тем, что он никогда не проигрывал и что принадлежит ему. И, наконец-то, Виктор Айзенхарт будет в команде с тем, кто справедливо это заслуживает. Я уже уведомил своих соперников, Евгения Медведева, и, как я понимаю, никто не против. Поэтому на битве на Неве вернутся настоящие короли.